В год семьи, объявленный Владимиром Путиным, поколения все сильнее скрепляются узами любви, заботы и тепла. А главное, как можно больше проводят время вместе. В Ульяновске прошел конкурс «Семья года», где дружные и активные участники показали, в чем заключается настоящее семейное счастье. Дарья Цыбина продолжит. Рука об руку смотрят в одном направлении. На протяжении стольких лет Шубины строили свой маленький мир, где царит гармония и понимание. Семья для них – это та ценность, которая наполняет жизнь смыслом и любовью. В нашей семье 5 детей. Из них 4 сыночка и лапочка-дочка. Самое главное, наверное, самый главный ориентир в нашей жизни – это вера в Бога. Именно она нам помогает сохранять такую большую, дружную, светлую семью. Чтобы показать важность семьи в жизни каждого человека, Шубины приняли участие в конкурсе «Семья года». 38 супружеских союзов, 6 номинаций и главное условие – любящие глаза и поддержка друг друга. В каждом творческом номере, будь то танец или песня, семьи показывали свою сплоченность. Эти семьи являются образцом для подражания, для того, чтобы наша молодежь, смотря на эти семьи, изучая их, могла принимать все для себя и также развиваться в направлении укрепления и развития семьи. Семья, несомненно, дает силы идти вперед и преодолевать трудности, когда понятно, ради чего и для кого. Не зря народная мудрость гласит: «Дерево держится корнями, а человек – семьей». Дарья Цыбина, «Вести», Ульяновск.